Новогодний забег вновь прошел в Колпашеве. Ставшее уже традиционным мероприятие проводится в первый день Нового года. Участники собираются на городской пристани, чтобы преодолеть дистанцию через реку и обратно длиной более 2 километров. Как отмечают организаторы, с каждым годом желающих принять участие в новогоднем забеге становится все больше. В прошлом году, 1 января, по ледовой переправе пробежали 55 участников. В этом на городской пристани собрались более 80 человек от младшего школьного возраста до представителей старшего поколения. Пенсионеры – это, мне кажется, самые активные спортивные люди нашего города. Они поддерживают любой вообще спортивный движ, и это очень радует. Что получают люди после участия в забеге? Какие призы? Мне кажется, это в первую очередь невероятные эмоции, заряд на целый год, настроение. Ну и слава богу, что у нас есть люди, которые нас поддерживают, наши спонсоры. Мы вручаем нашим участникам вот такие вот памятные медали. Также у нас есть сладкие призы от депутатов. Спонсоры предоставляют пирожки под крефиться с чайком. Музыка, новогодние костюмы, индивидуальные номера у каждого участника и заряд бодрости – неизменные атрибуты спортивного состязания. Еще одним неизменным элементом первоянварского забега является разминка перед бегом. Приятно порадовало в этом году участников погода. Привычные для первых дней января морозы сменились мягкими для Сибири минус 17 градусами. И вот после танцевальной разминки десятки колпашевцев от мала до велика вышли на старт. Небольшой инструктаж, команда «Марш». И участники двинулись к своей цели – преодолеть дистанцию по ледовой переправе с правого на левый берег и обратно. Кто-то бегом, чтобы прийти в числе первых, кто-то не спеша пешком, чтобы насладиться видом и свежим воздухом. На левом берегу бежавшим необходимо было обогнуть знак с елочкой и продолжить забег в обратном направлении. В конце дистанции первых финишировавших участников ждала красная ленточка. Одним из участников первоянварского забега стал колпашевский ветеран спорта Александр Воинов. Мы первый раз участвуем, пригласил группу ветеранов, который занимается ежедневно с передвижением, с палочками, на лыжах, физической культурой. В общем, которые стремятся к физическому развитию, продлить свое долголетие. Как относитесь к данной идее организации мероприятия? А это замечательная идея. И огромное спасибо организаторам этой идеи. Ну, я не знаю, где можно найти столько бодрости и здоровья, как переход после огромного застолья через нашу речку, любимую Обь. Пройтись, почувствовать, как мы живем, как наше здоровье, с какими мы успехами вступаем в Новый год. По окончании забега на городской пристани участников ждал теплый чай и угощение. После состоялась церемония награждения. Идея проведения новогоднего забега принадлежит колпашевской спортсменке Ольге Колесниковой. Я 16 лет занимаюсь бегом. Это очень важная часть. Я давно бегала в Колпашево, очень одиноко, и я мечтала, чтобы в Колпашево стало побольше людей. И знаете, какая у меня гордость внутри? И счастье именно мое личное, что теперь так много людей мы здесь собираем. Почему именно 1 января вы решили организовать такой марафон? Для меня всегда важно пробежать 1 января и свой день рождения. Потому что если пробежал в эти важные дни, считай, что ты будешь бегать всегда. Почему именно еще переправа? Потому что когда ты по ней бежишь прямо в самом центре и оглядываешься в одну и в другую сторону, это шикарнейший вид, который прям будоражит тебя. Поэтому я хотела, чтобы, конечно же, все это увидели, все это почувствовали. Целью проведения новогоднего забега является популяризация бега среди колпашевцев, пропаганда здорового образа жизни. По мнению организаторов, мероприятие успешно эту цель достигает, увеличивая свои успехи от года к году. Колпашевцы, с Новым годом! Вы просто невероятные люди! Я с каждым годом все больше радуюсь, что именно здесь я живу, именно здесь живут мои люди, и мы всегда будем друг друга поддерживать. Здоровья вам! Ура! Организаторы намерены продолжать эту традицию и провести в 2025 году 5-й новогодний забег.